Меня зовут Айсулу. Привет, меня зовут Маша. Меня зовут Надя. И сегодня мы хотели бы рассказать сразу про два города. Это Казань и Санкт-Петербург. Два этих города настолько разные и особенные, что обычное сравнение здесь не подойдет. Но от этого наш сегодняшний выпуск будет еще интереснее. Несмотря на то, что это, казалось бы, два разных города, у них есть много общего. А что именно, мы сейчас расскажем. Итак, мы начинаем. Исяммесис. Именно с этой фразы, произнесенной на татарском языке, начинается знакомство с городом каждого, кто приезжает в Казань в первый раз. Исяммесис переводится с татарского как «здравствуйте». И это не случайно, потому что как только вы оказываетесь в Казани, вы сразу чувствуете, что это один из самых приветливых городов. Казань была построена более 1000 лет тому назад, как пограничная крепость на севере Волжской Булгарии. В 13-14 веках Казань растет, становится важным торговым и политическим центром в составе Золотой Орды. Никто не знает точной даты основания города, а потому остается лишь догадываться об истинном возрасте города. Тайны города на этом не заканчиваются. Казань буквально окутана ими. Легенд названия несколько, но основных две. Казан на древнебулгарском, как и на современном болгарском и татарском, значит «котел». По преданию, на берегу озера Кабан был врыт в землю котел с водой и кипел он там без огня. Другая версия связана с особенностями ландшафта, похожая на казан, то есть котел. Местность стала местом расположения города. По сравнению с Казанью, Санкт-Петербург выглядит молодым кавалеристом. 27 мая 1703 года Петром I на отвоеванных у шведов территориях был заложен город Санкт-Петербург. Название было выбрано в честь святого апостола Петра. Поскольку город начинал строиться, когда еще продолжалась Северная война, первой главной постройкой в нем стала крепость. Как видите, судьбы двух городов довольно схожи. Из первых зданий в Санкт-Петербурге были гостиные дворы. Они играли важную роль в освещении жизнедеятельности города. После многочисленных пожаров, перестроек и переносов здания, по указу Елизаветы в 1748 году началась проектировка большого гостиного двора, которая затянулась на много лет. И только в 1785 году здание приняло тот вид, в котором мы знаем его сегодня. В Казани тоже есть свой гостиный двор. Согласно книге Казанского торгу 1566 года, у Спасской и Воскресенской улиц напротив Спасской башни Казанского Кремля существовал деревянный гостин двор приезжих гостей с лавками и анбарами, устроенный за счет государевой казны. История Казанского гостиного двора очень занимательна. Он горел и не один раз. Реставрировался, достраивался и перестраивался тоже не раз. На сегодняшний день основным знаковым местом Казанского гостиного двора является Национальный музей Республики Татарстан. Рядом Казанский Эрмитаж, музей социального труда. Если говорить про музеи, то Петербург однозначный лидер, чего стоит один Эрмитаж. Его коллекция насчитывает около 3 миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры. Экспонатов настолько много, что если рассматривать каждый по одной минуте, то потребуется целых 8 лет, чтобы обойти весь музей. В Эрмитаж можно приходить, чтобы развиваться не только духовно, но и физически. Чтобы осмотреть все экспозиции музея, надо пройти 20 километров. Еще одним из главных символов города является всем известный медный всадник, который на самом деле не медный. Это памятник Петру I на Сенатской площади, самый первый памятник в Санкт-Петербурге. Его открытие состоялось в 1782 году. На самом деле изготовлен он из бронзы. Работа над конной скульптурой продолжалась 12 лет. Одновременно решался вопрос о выборе места для установки памятника. Велись поиски исполинского камня для постамента. Так называемый гром камень удалось найти в окрестностях поселка Лахта. Свое название глыба получила от местных жителей за широкую трещину, образовавшуюся будто от удара молнии. Его доставили к берегу Финского залива на бревенчатой платформе. В честь перевозки камня была выбита памятная медаль с надписью «Дерзновению подобным». Надпись на постаменте гласит «Петру I, Екатерина II, лето 1772 года». Если символом Петербурга является вполне реальный человек, то казанским символом является легендарный дракон Зеланд.
По древней казанской легенде, Зеланд обитал на горе у реки Казанки, близ впадения той в Волгу. Гора была прозвана Зелантовой и дала имя православному монастырю, построенному на ней в 1560 году. Сейчас, по легенде, змей находится в озере Кабан и охраняет ханские сокровища царицы Сюмбике. Кстати, с именем Сюмбике связан еще один символ Казани – башня Сюмбике. Своеобразная пизанская башня в казанском исполнении. Жители города шутят, что такую привлекательность эта башня получила только из-за того, что она немного наклонена в сторону. И с каждым годом угол наклона растет. Вокруг происхождения башни существует несколько легенд. По одной из них башня построена царицей Сюмбике в память своего мужа Сафагирея, умершего в 1549 году. По другой легенде она была сооружена по приказу Ивана Грозного за 7 дней, символизирующих 7 ее ярусов, после взятия Казани в 1552 году по условию просьбы царицы Сюмбике, которой он предложил выйти замуж. Царица забралась на самый высокий ярус и спрыгнула оттуда вниз. Подобные легенды, хотя и включают некоторые исторические факты, однако совершенно далеки от реальности. Но не только древние истории славна Казань. Новая история этого города не менее интересна. Казань Новая – это, конечно же, Универсиада 2013. Спортивные объекты, стадионы. И если Питер – культурная столица, то Казань – это спортивная столица России. Стадион стал площадкой проведения церемонии открытия и закрытия летней универсиады 2013 года. Он также включен в список арен, на которых планируется проведение матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Кроме того, на нем планируется провести ряд соревнований чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года, для чего на его поле будут установлены два бассейна. На фасаде, обращенном главным входом вдоль улицы Чистопольская, для трансляции соревнований и рекламы установлен крупнейший в Европе на спортобъектах и крупнейший в мире на футбольных стадионах медиафасад формата HD из трех плазменных панелей общей площадью более 4000 квадратных метров. Жители домов, живущих напротив, шутку говорят, что у них в доме теперь стоит самый большой телевизор. Если говорить о стадионах, то самый дорогой стадион в мире сейчас строится в Санкт-Петербурге. И его планируют достроить к маю 2016 года, за 2 года до чемпионата мира по футболу 2018. Раньше на этом месте находился стадион имени Кирова. Его строительство началось в 1932 году по проекту архитектора Александра Никольского. Для начала предстояло сделать большую насыпь на берегу залива. Это затянулось на долгие годы. Затем грянула война, и продолжить строительство получилось только в 1945 году. Спустя 5 лет на стадионе имени Кирова состоялась первая игра. Встречались ленинградские «Зенит» и «Динамо». Трибуны вмещали 100 тысяч человек, из них 16 смотрели матчи стоя. Стадион был одним из двух самых больших в Советском Союзе. К Олимпиаде 80-го года стадион имени Кирова сильно изменился. Самое главное, он похудел на 30 тысяч мест. В 2005 году гиганту с олимпийским прошлым вынесли приговор снести. Год спустя на поле прошла последняя игра между «Зенитом» и московским «Динамо». Автором проекта нового стадиона стал японский архитектор Хисо Куракава. Но увидеть свое детище ему не удалось. В 2007 году он скончался. Стадион является одним из самых дорогих в мире. Изначальная стоимость почти 7 миллиардов рублей возросла до 34 миллиардов рублей. Однако и технологические решения самые современные. 70 тысяч зрителей и, что немаловажно, газон будет защищен от непогоды раздвигающейся крышей. Зато после закрытия стадиона «Лужники» в Москве на тотальную реконструкцию и до постройки нового стадиона «Казань-Арена» будет оставаться самым большим стадионом в России. И да, на сегодняшний день Казань – это стремительно развивающийся город. Инфраструктура города была кардинально улучшена к Универсиаде 2013,
Новые дороги, развязки и реконструкция мостов не только облегчили движение по городу, но и улучшили его внешний вид. Самым новым и большим мостом города является мост «Миллениум». Главной особенностью моста является пилон в виде буквы «М», имеющий более 45 метров в высоту и 64 метра в основании. Мост обязан своим названием тысячелетнему юбилею Казани, в канун которого и был сдан. Реализованная в пилоне моста буква «М» символизирует тысячелетнюю историю города в связи с тем, что является первой в слове тысячелетия в татарском «Миньеллык» и латинском «Миллениум» языках. Многие горожане называют мост просто «Миллениум». У нас в Петербурге насчитывается более 300 мостов, и у каждого из них своя интересная история. Но изюминкой города считаются разводные мосты. Разводят мосты с конца апреля по ноябрь, но лучше всего приезжать посмотреть развод мостов во время белых ночей. Это незабываемое зрелище. Изначально все мосты в городе были деревянными и простыми, но со временем их перестроили. На каменных опорах возвели ажурные решетки и чугунные арки. Всего в городе 21 разводной мост, а самыми известными считаются Литейный, Троицкий и Дворцовый. Самым длинным мостом на Неве считается Троицкий мост. Его длина составляет примерно 580 метров. Он соединяет Суворовскую площадь и Петроградскую сторону. Когда Санкт-Петербург отмечал свое 200-летие, состоялось открытие постоянного моста, на котором присутствовал президент Франции Феликс Фор и Николай II. Лично Николай II привел в действие механизм, который разводит мост. Кстати, в Санкт-Петербурге есть Казанская улица, названная в честь Казанского собора, а вернее иконы Казанской Божьей Матери, потому что сам собор появился здесь позднее. Улица Казанская начинается от Невского проспекта и заканчивается Фонарным переулком. В 1876 году социал-демократ Плеханов выступил здесь с речью. В память об этом событии в 1923 году улицу переименовали в улицу Плеханова. Историческое название Казанской улицы вернули только в 1998 году. В времена Гоголя это была неприглядная улочка, на которой селились мелкие торговцы. Позже на улице стал селиться приличный люд, иногда деятели культуры, купцы, дворяне, политическая знать. По мере того, как менялось население улицы, менялись и ее дома. Старые деревянные постройки заменялись большими каменными домами, которые иногда строили даже знаменитые зодчие. Сейчас это одна из центральных улиц. Правда, улицы Парадной ее сложно назвать. Узкие тротуары, лишь несколько зеленых дворов. И мало что привлекает взгляд. И это при том, что улица начинается неповторимым Казанским собором и кружевной решеткой Воронихинского сквера. Хотя, если как следует поискать... Маша, а ты знаешь, что кусочек города на Неве присутствует и в самом сердце Казани? Мы находимся на улице Петербургской. Вначале возникает закономерный вопрос. Почему улица названа в честь северной столицы? На самом деле все просто. К моменту тысячелетия Казани эту улицу вызвались отделать питерские друзья. Ведь если в Санкт-Петербурге стоит улица Казанская, на которой стоит Казанский собор, то почему в Казани нет улицы, посвященной городу на Неве? Вот и зародилась идея такого подарка казанцам. Стилизована она под питерскую улочку, что и понятно. Посередине, что выложено темным камнем, идет имитация мойки, где по бокам пешеходная часть, через которую перекинуто несколько мостиков. На данном маршруте было снесено большое количество зданий исторической застройки, которые были признаны ветхими. Сейчас это, можно даже сказать, тихая деловая улочка, которая отличается от Баумана как раз своей тишиной и спокойствием. А напротив располагается здание Министерства спорта, туризма и молодежи по Республике Татарстан. Часто перед этим зданием проходят игры с иностранными ребятами, которые приехали погостить в наш город. И, конечно же, как без пушек? Ведь Санкт-Петербург изначально строился как оборонительный форт. Петропавловскую крепость с ее пушками помните? Поэтому и здесь есть оборонительный элемент. Кстати, данные постаменты убивают сразу трех зайцев. И красиво, и посидеть можно. На самом деле внизу есть лавочка и отдушина для метро. Потому что по данной улице проходит линия Казанского метрополитена.
А этот постамент стоит в честь пребывания Екатерины II в Казани в 1767 году. Именно тогда, когда татарам разрешили строить каменные мечети в Старо-Татарской Слободе. Прибыла она по воде на галере под названием «Тверь». Кстати, Екатерине так понравилась Казань, что она подарила эту галеру казанцам, но которая, к сожалению, сгорела во время одного из пожаров в Казани. В честь этого события и поставили данный памятник. Внизу, кстати, он оформлен массивными якорями как бы той галеры, а посередине, как видите, вентили Екатерины II. А этот объект вам ничего не напоминает? Являясь доминантой этой улицы, на самом деле это купол Казанского собора в Санкт-Петербурге. Да-да, именно того самого Казанского собора, что стоит на Казанской улице и Невском проспекте. Стилизованную макушку этого собора перенесли на улицу Петербургскую в Казани. Если пройти немного вперед, выйдем к одному из крупнейших в России научных парков, который называется «Идея». Чуть подальше, за стеклянными стенами, IT-парк Казани. На оба учреждения власти возлагают большие надежды в плане развития инновационной экономики республики. Справа останется бледно-голубое здание с полукружьями стен. Это апсида старого храма, в котором с советских времен по 2011 год располагался театр кукол. Здание возвращено епархии, а казанские родители детишек теперь вводят в новое здание. Посмотрите вперед, и вы увидите целый детский замок. Если слева театр кукол, то справа, за деревянным декоративным забором, бревенчатое строение. Возможно, вы услышите песни и игры внутри. Это Туганаулым, татарская деревенька. Загляните на блинчики, снимите себя на фоне татарских бабаи и аби, посмотрите выступление фольклорного ансамбля, научитесь татарскому танцу. Мы так можем еще долго рассказывать о Казани. И Питер. И мы решили, что вы также должны поучаствовать в развитии этой истории. Вариант первый. Вы берете билет на самолет до Казани. Или до Питера. И смотрите на наш классный город своими глазами. Вариант два. Помогите нам набрать 100 тысяч просмотров, и мы выложим следующее видео. А специально для тех, кто остался с нами до последней минуты, мы решили сделать конкурс, победитель которого получит посылку из Казани или из Питера. Условия конкурса простые. Нужно подписаться на наши каналы, поставить лайк под этим видео и оставить один комментарий. Все, всем удачи, пока-пока! Пока-пока!